Казахстане стали больше производить и продавать. Импорт в страну снизился на 13%, а экспорт товара возрос всего на 3%. При этом наблюдается снижение товарооборота в рамках таможенного союза. Это данные Республиканского агентства по статистике. Там подвели итоги социально-экономического развития страны за полгода. В ведомстве подсчитали, что выпуск продукции сельского хозяйства увеличился более чем на 3%. Возрос и объем оптовой и розничной торговли. Незначительное снижение произошло по выпуску промышленности. Продукции. Но, тем не менее, растет экспорт товаров из Казахстана. Он составил более 35 миллиардов долларов. В основном это зерно, нефть, руды, металлы, продукты химической промышленности. Статистики отмечают снижение импорта. В этом году Казахстан закупил товаров на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Внешнеторговый оборот со странами таможенного союза составил 7 миллиардов 330 миллионов долларов США по итогам за 5 месяцев текущего года и снизился на 22,5%. Это связано с тем, что в России наблюдается замедление экономического роста и снижение спроса на импортную сырьевую продукцию, в том числе на казахстанскую продукцию.